черный маг. Ну, чародей. Бля, суицидник. Хотел сказать, прости, пожалуйста. Этот сатанист. Ой, Иисус. Это что, баста нахуй? Че такой серьезный? Алло, блядь, улыбнись. Я боюсь. Мне страшно. Тебя вообще рассмешить можно? Главное, чтобы вы не боялись. Бля, тебе реально страшно. Привет, товарищ Егор Летов. Ты похож на Егора Летова? Серьезно. Антон Шандерловый. Чё ты меня пугаешь, мужик? Ну, я его переключила, потому что... Ой. О, великий Амон-Ра! Мы тебе поклоняемся! Мы готовы поклоняться тебе, наш темный лорд. Здорово, ведьма. Здорово. Нихуя. Все, что для меня самое страшное будет, это когда мама злая. Вот что самое страшное. Это не картинка. Вау. Очень красиво. Вау. Уяси. Кто такой? О, господи, ты кто такой? Ой. Мне страшно. Да ты не бойся. Блин, да подожди. Скажи, мне страшно. Страх — это наше самое сокровенное. Правильно понимаю? Ой-ой-ой. Шандри Лавей, возможно. Что вы тут делаете? Вы, наверное, долго меня искали, да? Поэтому не переключаете. Вы видели очень много людей, которые неадекватно себя ведут, да? Как бы спросят, какой капюшон у вас, почему он у вас такого размера, спросят, что у вас с глазами, например, зачем у вас борода такая, что вот у вас мешки под глазами, может быть, вы там... не видели в этом капюшоне, как бы спросят, почему у вас такие брови странные, такие вот, почему у вас там впадинка над правой бровой, правильно понимаю, такая небольшая загогулинка такая, и рядом тоже поменьше есть, вот такая припухлость небольшая, как бы. Что вы отвечаете этим людям? Вы несете какую-то дичь. Блять, его сраться можно. Да не, прикольно. Из-под лобья. Давай в моргалку, кто моргнет, тот проиграл. Привет, баба Ёшка. Здравствуй, Манов. Я пришел прямо из преисподней. Это ты по адресу. Я... любовница дьявола. Привет, ты моя смерть? Любовь? Слышь. Блин, ты как-то... О, нет, это прикольное! Чувак! Фью... О, мне страшно стало! Фью минуту! Привет! Приятного аппетита! Не пила себе. Извиняюсь. Бля, как бы серьезно, тип.
Добрый вечер. Приятно. Клетки. Нет, все, мы дрочера, поймаем духовки. Страшно, господи. Оно пришло. Оно пришло. Ух ты. Ух ты. Ничего себе. Настоящий? Да каша манная, жизнь туманная. Когда рядом плечо брата, надежность лучше автомата. Шаха старая, колеса гнутые, а нам похо мы ебанутые. Нас было семеро, моя и моя четверка. Ой, в пизду, не. А что-нибудь свое сможешь? Блядь, нет, я обосрался. Не в пизду, я страшно пиздец. Короче, до свидания. Вау, ты прям как с фильма. Из фильма. Из какого фильма? Пожалуйста, не пугай так. Блять, это здорово. Пугающе. Нет, ну выглядит здорово. Ну это пугающе. Нет, блин, ничего такого. Только не напугай, пожалуйста. Ой, да ну блин. Господи, Иисус, я тебе с ума не сошла. Это демон. Что это за хуй? Блять, переключай нахуй, он сейчас убьет нас. Вы все грешны. Простите. Вам не искупить своих грехов до самой смерти. Знаете, как узнать, что вы грешен или нет? Как? Если вы сейчас сможете услышать то, что будет исходить из моих уст, и ни одна мышца вашего лица не дрогнет, значит, с вами все в порядке. Я готов. Поздравляю. Спасибо. Ма! Ма! Я не грешен!